Всем добро пожаловать на канал Райская усадьба. Сегодня будем производить монтаж теплицы павильон шириной 2,5 метра и длиной 3. Буду устанавливаться на брус 150, два ряда на ребро. Также 4 года назад, по-моему, собирали здесь медвайдер 6х6. Вторая часть у нас. Собрали мы каркас, скрутили его, также закрепили грузу, выпилили дверной проем, опустили дверь на 15 сантиметров и обшили стенки поликарбонатом. Сейчас будем подготавливать крышу, чтобы обшивать поликом. Монтаж закончен, стенки доделали, облицовку тоже прикрутили, также крышу прокрутили. Была сделана система подвески, две нитки слева и справа, и грядки P-образные.